Формула Яндекс Плюс проста. Фильмы и сериалы на Кинопоиске. Плюс моя волна на Яндекс Музыке. Равно бесплатно до лета. Яндекс Плюс. Подписка со множеством плюсов. Ссылка в описании. Всем привет. Сегодняшний видеоурок по теме. Стоит ли иметь собаку? Ну, в плане... заводить. Для особо умных игра называется Wobbledog, а не Выбледок. Это игра песочница, в которой вы выращиваете собственный выводок собак-мутантов. Кого? А мы не будем, но нормальные собаки будут. Для начала снабдим вас собакой, которую вы будете играть. Тимофей. Потому что, смотрите, какая псина. Поздравляем, у вас появился щеночек. Тимофей, зрелая особь. Кто-то мне пиздит. Рождение — тяжкий труд, после которого хочется кушать. Не ори! Поставьте кормушку для своего питомца. Так, Тимофей, пора жрать, блин. Я не пойму, это кормушка или телевизор? Вы еду даете? Нет, показываю. Пора есть, блин. Как это сделать? Ой. Не переживайте, он разберется. Не смотрите на его тупое лицо, это умная собака. У него даже жопа есть. О, разобрался. Тимофей смышленый парень, смотрите. Ну, почти. Непонятно, что он жрет, это что, пробка от шампанского? О, кажется, ваш песик готов окуклиться. Ага. Тимофей, ты кого? Нафига ты превратился в горох? Забудьте все, что вы знали про собак до этого. Вывести. Ни стыда, ни совести, Тимофей. Окукливание завершено. Цвет лап сохранился, длина увеличена. Еще он нехило надрестал. В инкубаторах из оплодотворенных собачьих яиц вылупляются собаки. It's real science, it's real science. Если в микроволновку положить яйцо, будет собака. Смотрите, какой пиздюк это. Это Вульфыч. Ну спасибо. Ходит деловой, я могу его ругать. Плохой, блин. Получил? Нихуя себе, блядь. Так, что ты делаешь? За это надо ругать или надо хвалить? Ты что наделал? Так, это все надо исправлять. Плохой Тимофей, кто это наделал? Кто? Давайте плодитесь, что вы умеете. Все, познакомьтесь как-нибудь. Да перестань копать, ты даже лежа это делаешь. Давайте знакомьтесь. Ну понятно, короче, Тимофей неадекватный. Господи, отпусти его ногу. Ты есть хочешь? Разбирайся с кнопкой. Да перестань копать! Ну пока эти розовые кирпичи только привыкают к новому... Что? Тимофей, ты что, яйцо снес? Ты же не мужик? Лутаем яйца. Так. Куда ты прешь? Это не твоя еда, успокойся. Ты уже ел свое. Че ты там изображаешь? Да хватит! Хватит это делать! Я буду воспитывать из них интеллигентных собак. Раскопал все-таки, посмотрите на него. Ура, грязнюка! Говорит Тимофей. Ну что ж, чухан, значит. Куда ты несешь грязь? Тебе здесь мало ее. 1 из 20, он здесь что-то строит. Что с ним? Ты что, любишь себя? Втихую там сидит, любится один шалун, бля. Как вывести яйцо, елки-палки? Скрестим Тимофея и яйцо. Оно не крестится, блин. Нафига мне яйцо тогда? Я изо всех сил пытаюсь что-нибудь сказать. Жри, не пизди. А, здесь в холодильнике еда была на выборы. Какашка. Что тут еще можно сказать? Почему она розовая? Почему она еда? Не-н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 е, дай! Не ешь говно! А если посадить говняшку, она вырастет? Понятно. Парашник получается. А где Вульфыч? Вульфыч, какого хуя? Уши увеличили, длина тела уменьшила. Как-то ты не в ту сторону растешь. Не ешь свой кокон! Оставь это. У тебя выпал зуб. Какая прелесть. На, лучше это поешь. Он ест и теряет зубы, бедолага. Вульфыч, это твои зубы. Иди обратно их ешь. Зубы не бесконечные. Кушай свой зуб. Молодец. Мало. А ты куда? Отдай зуб. Это не твой зуб. Это, ну все, у тебя минус один зуб теперь. Еще одна маленькая собака. Антон. Вульф! Вот, тебя Вульфыч уже поприветствовал. Видишь, он обосрался при тебе. Че ты там спрятался? Пригрелся около аппарата с едой или что? Что ты сделал? А, ты вызвался картошку? Ну ладно, на. Да хватит! На! Хватит лупить по аппарату. Вот тебе две картошки, ешь. Чего ты смотришь? Ешь картошку. Перестань делать это! Ты такой хорошенький новый Антон. Такие, ну... Отойди от аппарата. Сука! Тимофей! Не, они просто неадекватные. Так и лежи. Хватит копать все вокруг. Смотрите, они тимятся, они тимятся. Так подойдите поближе, чё вы. Антон, осторожно, у Фульфыча еще зуб один есть. Картошки здесь понакидали, повар хренов растет. Пожалуйста, отпусти его. Да господи. Тимофею этот мир уже абсолютно понятен, по-моему. Стена
Охуе... Кто-то обосрался? Что у них там по статам? Тимофей Скука требует ласку. Погладим ему жопу, чтобы он порадовался. Все, в абсолютном экстазе парень уже лежит. Ешь давай. Ты голодный, я это лучше знаю. На, на. Я все видел, даже не пытайся. Готов мутировать? Ну ты же нифига не ел. Давай сначала картошку захаваешь, потом мутируй. На, ешь. Хватит трахать картошку. А, ты просто сидишь там, вызываешь еду и жрешь? Самый прошаренный. Итого у нас есть Тимофей, короче, свинота. Антон пока не шарит, что происходит. Просто идет, блюет. Чисто вечно голодный вульф прошаренный. Живет просто у аппарата с едой. Новая стадия взросления вульфыча. Значит, он уменьшился и пожирел. Ну, живет в столовой, ожидаемо. Так, этот снова копает, этот спит. Не ешь говно, оно не твое. Капец, Антон, еб твою. Нормальный, адекватный. Он все, он уже прокис, короче. Тимофей, короче, находит закладки всякие, поэтому я больше не ругаю его за раскопки. Теперь в этой пати он археолог по наводкам с Телеграма. Так, время кормежки. Сейчас вы будете есть здоровую пищу, собачь. Никаких вам буритов. На, это тебе. На. Куда? Что ты делаешь? Антон жрет все подряд. Абсолютно плевать, что хавать. Ладно, это будет комната наказания. Здесь будут самые провинившиеся. Антон первый попадает в этот список пока. Надо все говно быстро убирать, пока Антон не поел все это. О, Тимофей еще вырыл капсулу. Полосатая радуга. Ну, это обязательно надо. Иначе видео не пропустят на Netflix. Че ты? Антон, ты куда? Дерутся за кусок грязи, смотрите. Вы че, ребят? Да какая разница кто? Главное, что работа должна быть закончена. Все, этот расстроился такой. Ну, пусть типа малые сами разбираются. Я устал, я уже старый. Что-то все моментально стало плевать на этот кусок грязи. Ну, кроме Антона, да, грязь же мы еще не пробовали. Все, объявляю тебе наказание. Теперь я тебя буду кормить самостоятельно, чтобы ты не подбирал все, что здесь появляется. А ему плевать, у него там дикая туса. А это что там происходит? Там вульфы что-то строят. Уютная грязь. Ты что сделал? Домик, брат. Так, что у нас с Антоном? Антон начал голодать. Ладно, еще немножко поголодаешь, я тебе дам нормальную еду, и может ты к ней привыкнешь, слышишь? Учтивая. Сама вежливость и обходительность потрясающая. Но я бы так не сказал, был бы ты таким, ты здесь не оказался. Вульфыч, агрессивная, оставляет не самое приятное впечатление. Плюсую. Тимофей у нас какой-то пассив пока. Ни рыба, ни мясо. Не собака. Ладно, ты заслужил за такие статусы, прекрасный Антон. Настоящий, свежий буррито. А почему ты не голоден? Ты опять с говном там! Ты освобождаешься от загона, здесь тебе наоборот в кайф. Так, короче, ребята, вы уже взрослые некоторые. Вам пора узнать, что такое секс. Так, Вульфыч и Тимофей. Любитесь. Вот откуда появляются собаки. Сюзанна, назовем ее. Отличительная черта. Длинная колбаса, белая морда. Тимофей, даже не подкатывай к ней. Ее возраст 0 минут. Куда ты полез? Ты чё? Ты волыну-то убери, Тимофей. А где все говно, кстати, ничего не сру... У нас же Антон есть, точно, я забыл. Ты удивляюсь, я вроде не убирался давно, а говна нет. Конец близок. Собака Тимофей прожила долгую насыщенную жизнь, но теперь настало время прощаться. В смысле? Нет! Нет! Антон, Тимофей... Достойной собаки, достойная смерть. Я буду делать каждой погибшей собаке надгробие. Каменная собачья голова. Rip in peace, дружок-пирожок. Антон хавает. Сюзанна ест какашки, но это все видно. А где Вульф? Класс! Ты сожрал деда Тимофея! Я хотел нормально его похоронить. Уничтожить тело, чтобы больше... Что это? Загадочный шарик, который есть внутри каждой собаки? Давайте откроем. Собачье ядро, в котором видна мякоть? Что-то интересно. Вульф, ёпта! Да какого хрена, Тимофей? Теперь какашка.